Красиво идет волна. Я вот по этим камням лазить, поэтому мне нравится рыба из-за камней, да, как и шарики, камни, камни. Народу, я вам скажу, просто дофига. Разворачиваемся в сторону дельфина и смотрим. Сейчас увеличу. О, волна. Вот, смотрите, сколько народа. Мало? 7 сентября. Пляж «Дельфин» и за нами вертолет. Держим его, держим. Вышел из дома, дружка нету. Убежал, дружочек наш. Ну, он, наверное, так прикинул, скажет, но все равно он на автобусе поедет на дельфин. Что я его буду ждать? Пес, ты умный. Все вкурил. Че ты как? Это мы тупим, а собаки, они вкуривают быстро. Будем волну провожать. Вот идет волна, и мы будем провожать. Смотрите. Идет. Нет, это маленькая. Вот это давайте. Тоже маленькая. Завтра уже будет нормальное море. Да, народа прилично. Юра катамарана загнал на стояночку. Смотрим небо. Здесь чисто южная сторона, западная. Над горами немного подвисает. Вода где-то 27.
Не, не 27. Или 27. 26 или 5, что ли, или 6. Точно не могу сказать. По разному сайту показывают. За волной, смотрите. Катамарана куда вытащил. Ну, сильный ливень был. Мало ли, может, град пойдет. Унесет. Унесет катамаранчики в турф. Машины плавают, а этот катамаран запросто. Ладно. А вон наши кенты гуляют. Селфи, мелфи. Сейчас подымут ее, будут фоткать.